Виктория, это значит победа. Победа жизни над болезнью. Победа света над мраком. Победа радости над печалью. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, с новым счастьем! Санаторий Виктория. Регистратура. Прекрасная растительность, хвойные деревья, аллеи. Холл первого этажа с ресепшн. Санаторий Виктория. Такой античный образ в духе эллинской красоты. Ессентуки. Кавказские минеральные воды. Бювет в санатории Виктория. Самый большой питьевой бювет в Европе, который способен вместить или обслужить 5000 человек в день. Вот эта композиция в центре бювета называется «Мать-Земля». Вот образ женщины плодородной, плодовитой, и все народы, которых она поет водой. Сейчас этот фонтан не работает. Здесь, в этом бювете, сейчас и торговля идет и с ребром, и мехами. Но вода вот здесь, она распределяется таким вот отсеком. Вот, например, ессентуки 4. Там ессентуки 17. Горячая, холодная. Вот это вот новое. Вот здесь описание. Вот. Подробным анализом, составом. Богиня Победы Виктория.